Настя, привет, тебе слово. Привет, Наташа. Обо всех самых интересных событиях в первые выходные осени я расскажу прямо сейчас. В эту субботу состоится военно-патриотическая игра «Застава в ружье» на конно-спортивной базе «Казачий дозор» в деревне Горки. Видновское станичное казачье общество приглашает принять участие в соревнованиях и проверить себя в условиях, приближенных к полевым, а также дает шанс для всех желающих испытать свои силы в разборке-сборке автомата, стрельбе, беге и многом другом. Регистрация участников начнется в 9:30, а сама игра в 10:00. 4 сентября, в воскресенье, все желающие могут побывать на празднике «Единство улиц», который пройдет у кинотеатра «Искра». Начиная с 14:30 в программе мероприятия пройдут веселые старты, комический футбол и еще много всего интересного. В 16:30 начнется концерт, а в 18:00 дискотека. Не пропустите! Также в воскресенье предлагаю всем поклонникам эстрадной музыки посетить историко-культурный центр, в котором пройдет концерт «Мечта без границ» в исполнении актера театра и кино, певца Дмитрия Мелса. Начало в 14 часов, вход на концерт свободный. А в кинотеатре «Искра» продолжается показ анимационной комедии «Тайная жизнь домашних животных». Успейте насладиться фильмом про любимых питомцев. Лента будет идти до 7 сентября в 2D и 3D форматах. Возрастные ограничения 6+. На этом, пожалуй, у меня все. Интересных событий много, а выходных всего два. Ходите на хорошие мероприятия и делитесь своими впечатлениями. Сделать это можно, загрузив фото или видео в любую из соцсетей и поставив хэштег «Афиша Видное ТВ». Мы обязательно все посмотрим и оценим. Наташа, как тебе афиша этих выходных? Программа мероприятий действительно разнообразна. Спасибо, Настя.